Научат вязать и играть на гитаре. На улице Маклакова заканчивается ремонт арт-студии. Это один из 12 молодежных центров города, включенных в общегородскую программу модернизации. С октября этого года подростки от 14 лет смогут посещать полезные занятия и обучаться новым лайфхакам в комфортных условиях. Дарья Монастырева продолжит. Коммуникации заменены, косметический ремонт почти закончен. После 4 месяцев трудов электриков и штукатуров стены арт-студии на Маклакова приобрели новый вид. Сейчас готовы 4 комнаты для занятий с молодежью. Все они выкрашены в разные цвета. Покрасили в те цвета, которые нам нравятся. Условия были, да, не самые лучшие. Все было, стены были облезлые, то есть не очень было хорошо здесь. Программа по модернизации старых и созданию новых современных молодежных клубов работает уже 2 года. Сейчас объединение таких центров включает 12 студий во всех районах города. Мы уже 6 центров отреализовали, в этом году 2. И в следующий год у нас тоже будут планы определенные реализованы. На это помещение мы зарасходовали почти 2 миллиона рублей. Нужно еще на оснащение, на технику и на мебель тоже. В обновленной арт-студии подростки и молодежь будут постигать азы графического дизайна и игры на гитаре. А девушки еще и смогут посещать уроки нанесения макияжа и вязания. Арт-студия, она функционирует достаточно давно. Школьники 49-й школы традиционно занимаются здесь, потому что живут в близлежащих домах. Все социальные проекты, которые реализуются здесь в арт-студии, они реализуются и в школе. Я думаю, что дальнейшее плодотворное сотрудничество принесет большой вклад в воспитательную работу обучающихся не только 49-й школы, но и всего микрорайона. До открытия, которое планируют приурочить ко дню рождения города, предстоит еще завести и расставить новую мебель, подключить компьютеры и Wi-Fi.